после безуспешных многочисленных атак перешли к обороне. За два дня боевых действий... Жаркий июльский ветер откинул прочь ажурную занавеску, ворвался в комнату и занялся настенным календарем, до поры забытым хозяйкой. Под его дыханием трепетало, но медлило опадать 8 июля, словно не хотело уходить из ее жизни. Наконец ветер поднатужился и оборвал его. «Сегодня 15-е», — поняла она. Прошла неделя. Неделя. Неделю назад почтарь, колченогий Митенька, поостерегся заходить в дом, поэтому сунул похоронку в окошко. «Прости меня, тетенька Ангелина, прости Христа ради. Простить? За что, Митенька? За то, что ты убогий, живешь и будешь жить еще долго. Бог даст лет 60. А ее красавица и умница дочь Ольга лежит в земле, где-то под городом Идрица, севернее которого наши войска вели наступательные бои. Она истуканом, каменной бабой стояла у окна, выворачивая в руках казенную бумагу, и стыла от лютой всепоглощающей ненависти. Ей бы заплакать, как плакала в 41-м по старшему сыну Александру, как плакала в 42-м по младшему Алексею и в 43-м по среднему Якову. Сейчас, в 44-м, слез не было. Высохли ее слезы. Прости, Оленька, мамку. Кончились у мамки слезы. Как она прожила эту неделю, Ангелина Павловна не помнила. Кажется, ходила на работу. Кажется, что-то ела, пила, что. Она не знала. Как не знала, что собрала в огороде клубнику. Вон, в мисочке на столе краснеют ягоды. Когда собрала? Зачем? Кому теперь нужна эта клубника? Ангелина Павловна толкнула мисочку. Послышались сочные плюх, плюх, с которыми клубничины плющились о половице. Сладкий, приторно-сладкий аромат заполнил комнату. Вдыхая его, Ангелина Павловна вдруг подумала, а не удавится ли? И испугалась. Ее глаза зашарили по комнате и остановились на календаре, с которым недавно баловался ветер. Лишь для того, чтобы отвлечься от дурных мыслей, Ангелина Павловна подошла и поправила страницы. Рассеянно прочитала. 15 июля. В ответ в ней словно зажегся огонек, и из глубин памяти всплыло. Сегодня Ахтырская, именинница. Ангелина Павловна вынула икону Божьей Матери, спрятанную от посторонних глаз в шкафу. Аккуратно зажгла перед образом чудом сохранившийся свечной огарок, встала на колени и искательно взглянула в глаза Божьей Матери. «Не оставь меня в моем сиротстве, матушка. Подскажи, как жить. Для кого?» Самая великая, самая неугасимая наша потребность не в богатых хоромах, не в модных одеждах, не в разносолах. Был бы хлеб насущный, да крыша над головой. Более всего мы, человеки, нуждаемся во всепрощающем сердце, любящем нас не за красоту или богатство, не за талант или известность, любящем нас просто так, только за то, что мы есть. Мы мечтаем о сердце, что вмещало бы нас со всеми нашими несовершенствами и слабостями, глупыми мечтами и поступками. И пока в человеческих душах живет эта жажда материнской любви, материнской ласки и заботы, не прекратится поклонение Божьей Матери,
одновременно являющейся матерью всем нам, слабым и грешным ее чадом. К ней, к ее иконам устремляемся мы в час горя и в минуту радости. Ей и только ей мы несем наши слезы и наши чаяния. С давних пор одним из самых почитаемых на Руси богородичных образов стал ахтырский образ Божьей Матери. Разум недоразумеваемый, разумейте, дева ищущий, возопик служащему, из боку чисту, сыну како есть родитеся мощно в циме, к ней же он рече со страхом, обаче завый сице. Радуйся, свет неизреченно родившая, радуйся, еже како ни единого жена учившая, радуйся, премудрый, превосходящая разум, радуйся, верных, озаряющие смыслы, радуйся, невесту, не небесная. Дивный образ Божьей Матери явился в далеком 1730 году в городке Ахтырка. Почти три столетия минуло с той поры, но память народная благоговейно пронесла сквозь время рассказ об удивительном явлении иконы, что произошло 2 июля по старому стилю, 15-го по новому, в самый разгар сенокосной страды. Отец Василий, священник Покровского храма, подправил оселком лезвие новой косы. Куда бы ни бросил он взгляд, всюду царили покой и благолепие. Над травяными зарослями порхали бабочки, в синем небе лучилось солнце, а из-за речки Ахтырки доносилась песня косцов. Отец Василий шепотом поблагодарил Господа и его Пречистую Матерь за даруемые милости. Ловчей ухватился за косовище, широко размахнулся, и эх, коси коса, пока роса. И вдруг он чудом удержал стремительное движение ножа, среди пляшущих на ветру ромашек применилось священнику золотое сияние. Отец Василий прищурился, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь дивный и яркий свет, и с благоговейным страхом различил икону, а на ней прекрасный лик Богоматери, склонившийся перед распятием. «С ликующим Богородице, Дева, радуйся!» пал священник на колени перед чудесным образом и долго-долго славил Царицу Небесную за то, что явило чудо его недостойным очам. Позже отец Василий с почтением принял икону и отнес ее в дом, где она простояла ровным счетом 3 года. В русском характере причудливо сплетаются порой благоговение и небрежение порядком. Так и отец Василий, хоть свято почитал явленную икону и ежевечерне молился перед ней, не содержал ее в должной чистоте. Однажды летней ночью он застонал и пробудился, жадно хватая теплый воздух широко раскрытым ртом. Бешено колотилось сердце. Пытаясь смирить его стук, священник вспоминал причудившееся ему видение. А приснился ему сама Божья Матерь. Только взгляд ее был суров, ох, суров. В тонкую линию сведены брови. «Доколе?» – спросила она. «Доколе попущать будешь пыль, что скрывает лик мой? Встань и омой мою икону ключевой водою». И сделано было по слову Богородицы. Встал отец Василий и своими руками с любовью и трепетом омыл чудесный образ чистейшей водицы. В ту же ночь было ему еще одно видение.
Снова предстала перед ним Царица Небесная, но с улыбкой на устах и в золотом сиянии. Приказала она пущей зеницы ока хранить воду, которой был омыт ее образ, ибо та вода будет исцелять от лихорадки страждущих. Радуйся, судьи праведного умоления, радуйся многих согрешений прощения, радуйся, одежда многих дерзновения, радуйся, любовь всякое желание побеждающая, радуйся, невесту, не небесная. С той удивительной ночи великое множество больных постучалось в дом священника, и все они, все до единого, получили излечение от чудесной воды. Слух о целительной силе явленной иконы дошел до молдавского митрополита Антония. По его благословению было проведено расследование исцелений и составлено донесение в Синод. В 1751 году Святейший Синод постановил почитать Ахтырскую икону Божьей Матери чудотворной. Многие и многие списки сделаны с Ахтырской иконы. Один из них хранится в приходе святителя Алексия, села Алексеевское, что в 30 верстах от города Чистополя. Когда появился список с чудотворной Ахтырской иконы Божьей Матери, никто не помнит, кто его написал, кто с любовью и тщанием вывел черты небесной заступницы. Имя художника затерялось в веках. Зато каждый, без преувеличения, каждый житель Алексеевского бережно хранит в памяти историю чудесного явления списка Ахтырского образа. Мы с вами находимся на историческом месте, где в 1816 году была явлена Ахтырская икона Божьей Матери. Согласно летописи Воскресенской церкви села Алексеевского, в Рыбной Слободе, которая находится отсюда в 10 верстах через реку Камма, заболел юноша по имени Алексей Бакиров, который жил со своей матушкой, вдовой Бакировой. Сухонькая женщина стояла на коленях перед образами, переводя покорные глаза с одного лика на другой. Тонкие бледные губы вышептывали молитву, ставшую привычной за 6 месяцев болезни сына. «Алешеньку на ножки! Пожалуйста!» Из постели больного донесся слабый стон. Проворно поднявшись на ноги, женщина подбежала к страдальцу. Вытерла чистой тряпицей холодный пот сыновьего лба, тревожно вгляделась в дорогие черты. Не захудала ли за ночь? На ищущий материнский взор ответили глаза, первый раз за полгода незамутненные болью. «Знаешь, мама», — снизу вверх неуверенно улыбнулся Алексей Бакиров, «мне сегодня приснилась Божья Матерь. Красивая!» Сказала, что в Алексеевском у какого-то Тишечкина есть ее Ахтырская икона. Если я к той иконе приложусь, то непременно выздоровею. Сходила б ты туда, мама? Сходила б. Да она бегом туда побежит. На коленях будет стоять перед неизвестным Тишечкиным, ноги ему целовать, но без Ахтырской иконы домой не вернется. Семеня по дороге, что вела от родной Рыбной Слободы к Алексеевскому, Бакирова готовилась к встрече, повторяя на разные лады. «Господин Тишечкин, Христом Богом, я за тебя век молиться буду!» Но долго упрашивать Тишечкина не пришлось. Выслушав бессвязную вдовью просьбу, он пожал плечами и ушел в избу. Загремел там чем-то. «Забирай! Она у нас вона в сеньках висела!» Женщина приняла из рук мужика чудесную икону и ответила доброму Тишечкину поясной поклон. Надо сказать, что Тишечкины были раскольники, и такую икону не держали у себя. И хозяин сказал: «Есть у нас одна икона, пожалуй, возьми ее, нам она не нужна». И когда вдова Бакирова вышла в сени, то увидела эту икону, покрытую куриным пометом. То есть она находилась в таком пренебрежении. И она вышла и у ближайшего ручья вымыла эту икону.
Как раз вот мы находимся рядом с этим местом. Омыла икону от куриного помета и пошла к себе домой. Нет предела любви Божьей Матери. Не счесть милостей, поданных ей ради ахтырского образа. Стоило только вдове Бакировой с чудесным образом в руках вступить в пределы рыбной слободы, сын ее почуял в себе малую талику силы и сел в постели. Сам, без посторонней помощи, впервые за много-много дней и недель. А когда женщина внесла икону в избу, Алексея Бакирова словно кто-то толкнул в спину. Легко поднялся он с опостылевшей кровати и на твердых ногах приблизился к святому образу. Жаль, но мать не рассмотрела чудесное исцеление сына. Помешали слезы, струящиеся по впалым щекам. Она не увидела, почувствовала, что сын рядом, услышала вздохи и всхлипы и поняла – плачет. «Плачь, плачь, Алешенька! Благодари Божью Матерь за милосердие, за здоровье, за жизнь!» И толпилась в дверях рыбная слобода от мала до велика и смотрела, как плачут Бакировы – сын и мать. Радуйся, чертоже, бессеменного уневещения, радуйся, верный Господи, весочитавшая, радуйся, добрая благопитательница дева, радуйся, невеста, красительница душ святых, радуйся, невесту, не небесная. Услыхав об этом, алексеевские жители потребовали икону назад, хотя они об этом и не знали, что такая икона существует. Вот. И проводы были торжественные, как описывает летопись, и встреча была такая же торжественная. То есть крестным ходом шли из рыбной слободы, и крестным ходом же встречали из Алексеевского. Конечно же, совсем другое стало отношение к ней. Именно засвидетельствованы были многие чудеса исцеления от этой иконы. И икона была уже принесена и поставлена в Алексеевском храме в главном иконостасе. Она там простояла более 100 лет до известных событий 1937-38 годов. Затем эта икона оказалась утерянной, и мы долго не знали, где она находится. И однажды, когда мы пришли сюда, то увидели, что на столе, приготовленном для молебна, стоит старинная икона Ахтырской Божьей Матери. Для нас это было большим чудом, таким большой радостью. Вот. Одна из прихожан принесла эту икону для того, чтобы мы могли помолиться. Она эту икону сразу не отдала нам, а сказала, что это моя, и я не могу ее отдать. Но спустя некоторое время она принесла сама ее в храм и пожертвовала нашему храму. Теперь она находится у нас. На иконе изображена скорбящая Богоматерь с молитвенно сложенными на груди руками. Слева от нее Иисус Христос, распятый на Голгофском кресте. Скорбное лицо Богородицы выражает глубокое смирение и полную покорность воле Божьей. К Ахтырской иконе Пресвятой Богородицы стекаются люди, чтобы просить Небесную Заступницу об исцелении от лихорадки и горячки, о благоустройстве в обществе детей, о покровительстве сиротам. Мы знаем, что Господь отмечает какие-то святыни, иконы чудотворениями. Через них мы обращаемся в первую очередь к тому, кто на иконах на этих изображен. Потому что поклонение образу восходит к первообразу. Но в то же время и мы эти образы и почитаем. Это наше отношение к этой святыне, есть отношение к Богу и к святым, которые изображены на этих иконах. Пресвятая Богородица, исцели меня от тяжелой болезни, продли мои дни. Пожалей моих деток, кто позаботится о них, когда меня не станет. А если случится самое худшее, станем надежной защитой и опорой.
сжалься. Спаси рабу Божью Анну от смертной болезни, от тяжкого недуга. Исцели душу ее, тело ее, плоть и кровь ее. Ко святому образу Твоему прибегаю, молю Тебя, Пресвятая Богородица, смилуйся. Царица Небесная, помоги исцелиться младенцу, рабе Божией Ирине. Она такая маленькая, беззащитная, она очень устала болеть. Пусть она сегодня откроет глазки, пошевелит ручками и ножками. Божья Матерь, миленькая, защити сироток Людмилу и младенца Николая. Отведи от них беды, горести и напасти. Маленькая девочка с кривым веночком на склокоченных волосах маялась перед облезлым штакетником. Ее чумазые щеки горели от волнения, еще бы им не гореть. Между штакетин, кое-где хранивших следы краски, виднелась грядка, а на ней ярко алела клубника. Девочка представила, как вопьется в клубничную мякоть, и она брызнет ароматнейшим и вкуснейшим соком. Малышка примерилась к штакетнику, может залезть? Штакетник был невысоким и не представлял серьезной преграды даже для семилетнего заморыша. Залезть? Конечно, залезть! Девочка ухватилась за верхнюю перекладину, но внутри ее худенького тельца тихий голос, тот, что по ночам говорил странные вещи, Петроградская сторона, Васильевский остров. Именно тот внутренний голос разочарованно протянул. «Воровать! Ай-яй-яй, как нехорошо!» Она почти отвернулась от штакетника, почти ушла, но клубника звала, клубника манила. Девочка вздохнула и решительно направилась в дом. Ангелина Павловна стояла на коленях перед Ахтырской иконой Богородицы. «Не оставь меня в моем сиротстве, матушка. Подскажи, как жить, для кого?» Вдруг откуда-то от двери раздался тонкий, почти мышиный писк. «Тетенька, можно я нарву клубники? Немного. Вот столечко». Худенькая, чумазая девчушка. Откуда она взялась? Ангелина Павловна непонимающе смотрела на ее лицо. «Чья ты? Как тебя зовут?» Девочка с трудом выговорила сложное слово. «Эвакуированная я. Меня Олей зовут». Женщина поднялась с колен и схватила ее в охапку. Прижала к себе, словно долго-долго искала и, наконец, нашла. «Оля, хочешь быть моей Олей?» «Хочу, наверное. А ты научишь меня плести венки?» Ангелина Павловна кивнула в худенькое девочке на плечо и заплакала под нежным взглядом Богородицы, сладкими, как клубника, оживляющими душу слезами. «О преблагословенная и многомилостивая владычица мира, все мы грешные, на святый образ Твой взирающие, и на нем Тебя в скорби и сострадании распятому за нас Христу Спасителю предстоящую видящий, усердно молим Тебя, известную о нас к Сыну Твоему молитвенницу. Не остави нас в день испытаний и скорби, но во искушениях и напастях нам, бываемых, огради нас честным покровом Твоим от враг видимых и невидимых. И дашь нам силу, воеже всесовершенную и благую волю Творца и мира Владыки творите. Ей, Госпоже Премилостивая, приникни с высоты небесной к воздыханиям и молитве нас грешных. Исцели болезни недужных, умири сердца озлобленных, дашь терпение страждущим,
внуши страх Божий обидящим, укрепи гонимые за правду, сироты и вдовы защити, подашь утешение плачущим и спроси прощения кающимся, демонскую же бурю страстей во грешных душах утеши и в сердцах чтущих Тя Христову кротость и любовь в корени, и духом милосердия и сострадания сия утверди. Егда же и нашей кончины час приближится, тогда, уба, о владычица, прими душу нашу и в сонме праведных сию упокой. И где же лица ангелы святых угодник немолчно славословит державу и милость Отца и Сына и Святаго Духа, и Твоей Матерни о нас предстательство и заступление, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.